must wear it for the first 5 minutes. Afterwards, if you want, you can take it off. Please tie it to one of these poles so we don't lose it, okay? First dive is about 2 to 2.5 hours away. Всем привет! Мы только что плавали возле островка Пхи-Пхи. Мы сейчас приплыли на Пхи-Пхи. Здесь плавали, погружались мальчики под воду, занимались дайвингом, а я с девочкой занималась снорклингом, плавала поверху. Здесь столько красивых рыб. Здесь я еще увидела несколько рыб, которых не видела до этого. Видела рыбу-змею, и также возле нас плавала маленькая акула. То есть она вообще очень рядом проплывала. Я сначала не поняла, но потом спросила у девочки, видела ли она, что это акула, переспросила у нее, потому что думала, может, это какая-то рыба мне показалась. На самом деле это и была акула, она несколько раз возле нас проплывала. Блин, мне потом так страшно стало. Вот. Ну и ничего. Также видели разные морские там ежи, разные длинные рыбки, большую, огромную такую рыбу видели, вообще огромнейшая. Она просто так вот в воздухе, ну не в воздухе, в воде зависла и на месте одном так болталась, но она реально очень-очень страшная такая была. Вот, так что видели много красивых рыб, они такие разноцветные, много рыб-попугаев, ну в принципе здесь... Везде, на каждом острове очень много красивых рыб, но вот акулу, конечно, маленькую, чтобы рядом возле нас плавала, это было очень экстремально. Мальчики мне, наверное, не верят, потому что я очень часто вижу акул, вот, и не все верят, что я их вижу. Но вот теперь я точно уже убедилась, что это была акулка маленькая, потому что со мной была девочка, и есть у меня свидетель. Вот скалы, возле которых мы плавали, они уходят под воду очень-очень глубоко. И под водой там очень много красивых разных коралл, ну, рыбок, рифов. И дальше эта скала как бы под воду уходит вот так же ровно. И дальше очень-очень глубоко и неизвестность. То есть там дальше как бы темно и ничего не видно. Вау. Вы только посмотрите, какая красота. Просто неописуемая красота, камера всей красоты этих скал, этих гор не передает. Это весь такой островок, на нем практически нет зелени, все с какой-то глины, с какого-то камня сделано. И под водой точно так же, только много различных водорослей, коралл и много красивых рыб. Вообще красота неописуемая. Здесь много дайверов приезжают на лодочках. Помимо нас здесь очень много дайверов со всех сторон. Вот. Мы сейчас приплыли к острову Пхи-Пхи-Лэй, и здесь снимали фильм с Леонардо Ди Каприо. Вот, вот эти вот места. Всегда мечтала здесь побывать. Красота. Там пляж просто потрясающий. Очень красиво. Остановились возле большой скалы, и в ней находится пещера. Сейчас остановились в открытом море, ребята пошли погружаться, я уже не буду сейчас снорклить, так как здесь очень сильное течение и может просто унести, а я одна только осталась из снорклинга, больше никто не купается, поэтому
Ребята вот возле маятника, где-то там погружаются. А я уже на корабле их жду, потому что купаться здесь опасно. К тому же здесь много акул. Белеет парус одинокий. А дальше не помню. Парус уже не одинокий.